Такое вот у меня экстренное проветривание, чтобы не травмировать цветочки мои. Оба двери закрываются, но не полностью. Проветриваю дом, чтобы не открывать окна, и цветы мои не подмерзали. У нас тут вот так вот немножечко потеют окна, сырость собирается, поэтому проветриваю. Вот она красота распустилась. Да, напускала цветоносы в разные стороны. Я ее тут уже кручу-верчу, чтобы она вся помещалась на подоконнике. И чтобы ее не цеплять шкурами. Но она вот решила вот такую вот красоту. Сейчас я ее разверну. Вот так вот. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть. Там цветоносики, вот как их влепить, чтобы они никуда не втыкались, еще и листья. Вот это, конечно, интересно, красивая. Это мне муж на день рождения дарил. Вот это наконец-то зацвела, вот такой вот широкий горшок я ее посадила. Так что не все фиалки любят маленькие горшки, как я смотрела видео. Есть вот такой вот широкая розетка, и они цветут вот только тут. И вот это вообще трэш, надо пересаживать. Там прям на дно как глянула, там корни повылазили, прям похоже с дырки горшка. Горшок придется сломать, но пересаживать ее уже пока не буду. А, все потому, что она решила подвести. Опять только отвела, вот выдала, причем стремительный такой цветонос. Так что уже до весны пусть цветет. А потом будем решать, что с этим делать. Моя реанимашечка желтенькая, это тряпочку ложу, она собирает влагу с окна. Но ее надо пересадить, она дала корешочки, я так чувствую, по ее уже не двигается, значит есть корешки, надо пересадить. Так, начинаем свой репортаж. Нас завалило снегом. Двери не открываются. Но дорожка чистая. Ой. Ах, вот это погодка у нас сегодня такая. Ничего не видно, даже холмов не видно. Вот это 13 января. Вот такая вот погода перед старым Новым годом. Хоть перед другим Новым годом у нас новогодняя погодка. Что-то такое. Зима пришла, зимняя дорога. Нам морозы обещают минус 30, даже больше. Так что это хорошо, что снежку прикроют. Так надо камеру убирать отсюда.